общем, когда бьют, не смеют. Если твоя сестра говорит, значит, было. Как не помнишь? Слушай, он только тоже, вот только это, и когда он вернулся с армии, это карате у него было, наверное, спал, во сне видел этот карате. Во-первых, как я промокашка, как летала в этом доме. А как он меня учил? Он на мне показывал эти приемы, чтобы я их еще записывала. Красиво еще хотел. У меня уже руки опухшие были, я не могу. Красиво. И приходит и говорит, что там, значит, он ночью вообще-то возвращался. Там пьяный был, бездомный был, не знаю, в общем, один сидел на земле. И какая-то блатная компания начали к нему приставать. Он говорит, ну оставьте меня, ребята, в покое, я же вам не мешаю. Нет, они, в общем, там блатные, проходил мимо. Я еще помню, он пришел, у него штаны были распоротые, вот отсюда до низу. И говорит, сколько их вот там уложили. Этот на них работал, деньги просил, деньги у меня попросил, у меня не было с собой ничего. Я говорю, не иду. Пошел дальше, там стоит это, а он на них работал, ну? А, этот... Да. Хохлатный, ну, тради машины, знаешь. Это что ты мне сказал? Просто пришлось объяснять, что ничего. Я только с армии приехал, только это. Только отморозился. Вот эти мне нужны там. Сколько их было? Трое было. Четверо было, один сразу мэр побежал. Умный был. Он мне говорит, уложил, а этот другой начал смеяться. Который убежал? Нет, который там сидел. Деньги бросили. А. Когда кто-то за тебя отомстит, чужие деньги бросили. Сейчас я вчера это вспомнил. Что ты вспомнил? Мы вчера смотрели одну передачу. Этот, да, уральские пельмени? Нет, нет, Comedy Club. Нет, там этот Comedy Club, где выступает Бондио, смотри. Карипидис. Ага. Сидит с одной крали, в общем, в ресторане, хочет ее на Терриксе, ну. Через... Сидят за столиком, а там такое, этот, витрина, и проходит этот, попрошайка. И говорит, показывает ему, дай ему деньги. Он говорит, я отсюда, нет у меня денег. И он ему показывает. Тебе Бог нога. Бог. Один, а вы знаешь, как? Я тебе сейчас по назад не говорю. А ты говоришь, иди! Иди нахуй! Иди! Он говорит, тебе Бог нога. Ну, очень тихимело было. Потом жена его приходит, он эту любовь... А он разозлился, вышел, побил его этого попрошайку бабка, вернулся от такой гад, урод. И ей говорит, пошли, говорит, ты тоже мне надо... Потом его жена приходит, он ее, значит, под стол, а этот попрошайка проходит и вдруг увидит, и жене показывает, там есть, я на него, она так, это жена, что он мне показывает, он ей показывает, что, мол, там есть, кто-то.